А что, что произошло? Вот, стрельнули прямо в окно. Да? Да, в балкон. Это вот сюда попало, да? Пол балкона разбито, и вот сейчас. И вот это, это вот. Заколотили вы, да? Да, ну а что делать? Завтра на работе детям. А я сама ничего не сделаю. Ноги болят, я сама ничего не сделаю. И во сколько это было вчера? Где-то около пяти. Без вечера, да? 5 вот тогда. То есть обстрелы идут постоянно здесь? Так каждый день. Это вот сегодня мы ничего. Сегодня только. Сегодня тише. Да. А так все время. Каждый день. И днем, и на вечер, и ночью стреляют. Это вообще невыносимо. Это уже конец. Это уже конец на свете нам будет тут. И сегодня, благодаря друзьям, мы привезли продуктовый набор. Спасибо вам. Мы видим, что здесь... Вот у кровати он тоже попали. Да, это получается да. Сюда прям влетело, да? Оно летело оттуда, вот такая вот длинная, горящая летела. Она уже, она, видно, там разорвалась, наверное, на улице. Ага. И вот это понесла сюда, и вот тут она упала на палас. Палас там край немножко загоревший. Я так вот отдвинула своими туфлями хоть на вот эту, на голую. И... А там она где-то внутрь влетела? Ну, внутри нет, она просто видна осколком туда. Ну, а там он и торчит, да? Ну, я не знаю. То есть не проверяли? Сын туда светил, вроде бы и нормально, ничего там нету. Ну, понятно. Порвала просто ее. Огромное спасибо, друзья, вам за вашу помощь и низкий поклон, что вы помогаете людям, живущим на самой линии фронта. Спасибо. Вы скажите.